прошлого года у нас должно было быть открытие, оно должно было совпасть с выставкой из Капулемонте, величайшего музея Италии, Неаполитанского музея, где Виола должен был соединиться в какой-то точке с Караваджо, с мастерами барокко итальянского. Я называю Караваджо сегодня. Для того, чтобы вот этот контакт, этот диалог произошел с какой-то точкой соединения. Но пандемия нам помешала. И стало ясно в этот момент, что выставка должна носить иной характер. Возможно, показать все, но нужно показать те вещи, которые актуальны и которые соответствуют нашему сегодняшнему состоянию, состоянию общества, которое больше, чем год живет погруженное в собственные эмоции. I can never be alone.